Хорошо, хорошо, я пойду. Топливо, дизель. Как можно больше? Да. Как по-бирмански дизель? Как показать дизель? Покажи грузовик. А потом сделай так. То есть, я официант с Паркинсоном, и у меня пистолет. Джереми отчалил. И его не было довольно долго. Еще довольно горячий. Проверил масло. Правда? Читаешь мост через реку Квай? Как раз дошел до того места. Что? Плохие новости. Какие? Я не смог достать дизель. Однако я придумал ему остроумную альтернативу. Ты совсем больной? В этой деревне нет дизельного топлива, но есть в соседней деревне. Поэтому мы на лошадях доберемся до той деревни, добудем дизель и доставим его к грузовикам. Мы же не в вестерне. Я не умею ездить верхом. Что? Я, конечно, катался на пони, когда мне было 8. Здесь нет пони. Ладно, только на нем я не поеду. Матерь Божья! Почему у бирманских лошадей 5 ног? Может, они доят сами себя? Мы так и будем таращиться весь день на конское достоинство, или уже поедем? Будучи самым опытным наездником, я взял горячего 5-копытного жеребца. Готово. Господь всемогущий. Привет, лошадь. Я буду звать тебя Теско. На старт, внимание, марш. Моя лошадь заглохла. Вот теперь назад пошла. Мне дали перевернутую лошадь. Джеймс, можешь повернуться направо и двинуться вперед? Поворачивай. А как поворачивать? Как эти лошади заводятся? Иди за своим другом. Да, очень хорошо. Управление перепутано. Я тронулся. Да. Да. Очень скоро Джеймс ощутил, на что была похожа езда на моем спортивном грузовике. Мои причиндалы очень сильно страдают. Посмотрите на эту анальную атаку. Моя лошадь пытается укусить твою за задницу. Господи, у нас авария. Езжай вперед. Я в ужасе. Мои причиндалы убивают меня. Перестань, пожалуйста, не дерись. Проезжай вперед. Я перестану звать тебя Теско, только не дерись. Пошла. Вперед. Вот так. Боже правый. Еще недолго, Джеймс. Иисусе Христе, то есть Будда. Через несколько сотен метров жеребец Ричарда решил поближе познакомиться с кобылой Джеймса. Где он? Что случилось? Он встал на дыбы и запрыгнул на него. Смотрите, чтобы не легнул. Наш план пошел коню под хвост. Это доктор, он приехал к Ричарду, но машина застряла. Я только что слез с моей перевернутой лошади. И моим яичкам сейчас неподдельно больно. Теперь мне понятно, почему эти штуки надо сажать на клей. У Ричарда заподозрили перелом кисти, и он отправился на 4-часовое путешествие до ближайшей больницы. Так что я отвел свою лошадь до следующей деревни, чтобы достать топливо, а потом мы нашли место для ночлега под открытым небом.